Облонский. Там уже приехал ответ. Думал, завтра будем уже. Здравствуйте. У вас есть прибор драйвер? Немає, у вас? Четвертий екіпаж не має драйвера. Скажіть, будь ласка, ви нам можете допомогти? Не показує водію копію протоколу. Виписав протокол і не показує копію, щоб він його взяв, забрав, все положив. Можете якось? Вплинути. Ну, он. Прапорщик. На підлеглий у нас ви. Ні, ну не підлеглий, ну колега. Він йому не колега, тому що вони, ну... Я думаю, що кожен повинен відповідати за свої поступки сам, правильно? Зрозумів. Він нікому не колега, він якийсь вообще... Причина для остановки є? А ви знаєте про безпричинні остановки, що там вообще? Конечно. Ну вот вы должны, а если остановили человека? Мы на них напали. Там на видео все это так есть. Так это видео есть, зачем говорить? Заснято, то есть все не... Хотя... Вы не на кого-то напали, вы напали на журналистов. Это совсем другая статья. Ты сними, стой. Сокол. Все, сказали ждать группу. Люди хотят группу. А, это только сейчас, наверное, дадут команду, чтобы приходить. Так, есть что-то? Дежурный, ну, останься. Наш. То есть он не хочет, они не хотят приезжать, да? Ну, на работе как он? Ну, ваше начальство непосредственно же есть кто-то? В Оболонске? Конечно, не хочет. Ну, а что не приехал еще начальник до сих пор? Так а зачем? Потому что у нас конфликтная ситуация. Вы со мной конфликтуете, я с вами не конфликтую. Так, зачем мне вызывать? Так, а что, если вам надо, то вы берите. А что, бывает такая ситуация, как обоюдный конфликт и не обоюдный? Да, когда вы на меня нападаете. Мы на вас нападаем? Вы на меня не нападаете. У меня с вами конфликта нет. Дайте ему воды, его пересушило. То есть, но мы не можем вызвать ответственного по городу, если у нас с вами конфликт. Точно полнолуние, смотри, дает свое. Так вы же говорите, что все нормально и конфликты с вашей стороны. Я с вами не конфликтую, зачем мне называть свое начальство? Как это ты с нами не конфликтуешь, если ты фальсифицировал против нас протокол? Это ну, ваши не... слова. Ну как это наши слова? Все. Смотрите, в каком случае вы можете составить протокол и притянуть человека к ответственности? Я все случае? Поясню в рапорт. Недостаточно у вас доказательств было для обвинения человека? Вы не впевнились? Я все изложу в рапорт. Я сейчас вам задаю вопрос, а вы уходите от ответа, говорите, я все изложу в рапорте. Это потому что так и есть, это правда, то, что я говорю. Ваше мнение. Если бы у вас была другая правда, которая противоречила моей. Человек снимает все, мы с вами общаемся. Він, как особа владных повноважень, не может подать до тебя позов. Он может тебя привлечь, если ты на него нападал по 185. А вы на меня пишете, что я вас бил там. А такого, не было? А такого не было, чтобы за оружие хватались? Нет. Чтобы оголяли? Поджало и хватало. Не было, да? Бля, где этого прапорщика видел? Не могу вспомнить. Авария, может, вам? Видишь, одни говорят, может, машина у вас сгорела. Вторые, аварию. Не, у меня без аварии не ставят. А вы аварии только, да, оформляли до этого? Аварии все оформляли. Мы ГАЕ Болонского района. Мы ГАЕ Болонского района. Если ДТП у вас, то есть вы вызываете. Мы позвоним в форму. Сейчас пока проходить. На его усмотрение, я же его не могу. Ну вы будете составлять, или вы начали составлять, 126-ю или 130-ю? Скажите, ребята. Так по какой статье вы начали составлять? Берем следственно-оперативно. Так вы это начали по составлять, почему, по 126-й или по 130-й? Класс. Водитель все знает. Водитель все знает, да? А опять водитель? Начал. А давайте начнем с вопроса. У вас есть доказательства, что он вообще ехал? Да ничего у него нету. Может, я ехал за рулем? На меня составите. Я вам даже права дам. Для этого есть суд. Слышишь, мусор не гони, ты путай с берега. Понял, блядь? Нормальненько. Сейчас для этого есть суд. Дакер. Надо дюрекс, блядь. Дакер мой. Салом не купает, не поможет, блядь, очко.
Нет, гермайор. Дорожный контроль приехал. Да ваш подчиненный нападал на журналистов, конфликтная ситуация. Он дурачка сейчас включает, мычит. Они говорят, что мы нападали, били здесь. Ждем просто следственного оперативного. Ответственного. Да нам нужен ответственный. Ответственный по ГАИ старшего сюда, пожалуйста. Что ты тащишься? Ну приедет следственный оперативный группа. Нет, тебя обогнали на КП, кажут. Камера. Все, ждем следственного оперативного. То есть відповідальний їхати не буде? Чи помічник відповідальний, хто там? Все подъедут. Что же вы, интересно, будете показывать? Вот что, какое у вас было подозрение? Вот именно меня это интересует, что вы начали составлять по 130-й. Какое у вас подозрение? Вот у вас сейчас первым делом спросят. Да при чем здесь суд? Мы ждем, ребята, ждем. Время все ждем. Да это понятно, что мы ждем. Мы понятно, что мы ждем. Так вы забрали время у человека. А я никто. Время вы у нас забрали, мы у вас забрали. Да вы-то на службе. А человек ехал по своим делам. Вы у него человек забрали время, потому что вы так захотели. Вы остановили. Хорошо, ну понятых. Вы, от, что они написали, эти свитки? За відмову, від чого? Ну объясните. Ну почему? Суд? При чем тут суд? Вот скажите. А этот, что? Божий суд, как вы к этому относитесь? Это не по делу. Они верят в сатану. Что они написали? За відмову до чего? До... дачи документов, передачи вам. Чекаємо слідственного оперативного. Ты понимаешь, в чем прикол? Как можно написать, что какая особа відмовилась, блядь? В протоколе не написано, какая особа відмовилась, блядь. Особа, яка сидела, блядь, в Honda Accord 3398. Они его пробили по одному, еще почему-то по-любому, там что-то есть написано, чья-то фамилия. Ну, на папу. На папу. Ну, машина на папу. Кому-то написали, не важно. Как это, блядь? Да не начали они ничего писать. Я видел, блядь, как вы сидели и боялись покинуть место постійної дислокації без представників громадських організацій. Шановний, говоріть за себе. Балонська ГРО. Де работала? В якому місці вона робила? Витя, ну що ти чоловік розмовляєш? Все. Що не розуміє? Він багато прожив, він дивить, що поняв. Добрий ніч. Здравствуйте. Добрый ночь. Можно я заберу вас на секунду? Да. Вы заберите его навсегда. С камерой. Желательно, чтобы он вам рапорт в машине написал. Питается самое, поснимай, что он будет говорить. Да, капитан. Все, поснимайте, что же вы делаете? Снимаем, откасывает. Не передачи документов. Закончить админ протокол я не могу, потому что человек является. Проверьте. Пусть его вызывают. Товарищ капитан, вы хотя бы как старший в звании помогите нам разрулить эту ситуацию. Мы вызывали же мы вас, а не вы. Что, расскажите мне вкратце, что вообще вы случилось. Вот есть водитель. Я да, водитель. Да. Яка ваша машина? Honda. Да. Двигался я. Меня сзади догнали, с маячками остановили. Я остановился. Значит, предъявили мне нарушение пересечения сплошного. Не предъявили, а сказали. Сказали. Я бы на то попросил доказательства увидеть, видеоподтверждение, либо показания свидетелей. На что товарищ инспектор сказал, у нас нет, говорит, никого нет другого, поэтому я вас устно предупреждаю. Далее он говорит, ну вы мне все равно покажите документы. Я говорю, я вам не обязан показывать документы, потому что не было нарушения, не было факта нарушения. Он говорит, говорит, поехали в наркологию. Я говорю, в смысле в наркологию? Ну в наркологию, говорит, поехали. Я говорю, я никуда ехать не буду, я говорю, могу здесь пройти на месте, могу продуться вам, в драгер, то есть что угодно, но на месте. Он говорит, нет, надо ехать. Остановились свидетели, я сказал при свидетелях, что... То есть, ну, свидетели буквально за ними ехали, буквально 3 минуты. То есть, потока машин не было, две машины сразу, откуда ни возьмись, он их тормозит, они ко мне подходят. При них я говорю, что ехать не хочу, могу прийти на место, я свидетельствую.
согласно 400/666 приказу. Далее свидетели подходят к ним, к машине, я сижу в своем автомобиле, и пропадают буквально через минуту. Они говорят, что у них уже есть показания, и сидят в машине, что-то пишут. То есть я зову спросить, чтобы увидеть хотя бы показания, протокол увидеть. Мне ничего не дают. Они составляли на вас протокол? При мне нет. Они сидели в автомобиле, сами что-то написали. Хотя обязаны составить при водителе. Сидели в автомобиле. Я их звал, они ко мне не ходили. Подошли на встречу ко мне и говорят, можете ехать. Я говорю, в смысле? Вы говорю, составили протокол, ознакомьте меня. Можете ехать. Сейчас я уточню, что они все. Не все, да. И, в общем, вот я ждал. То есть... В процессе этого разбирательства приехали журналисты. Журналисты, подъехав, открыли дверь автомобиля, дабы поинтересоваться. Подивиться, что они пишут. Поинтересоваться, да, ходом этих событий, как бы, была применена к журналистам физическая сила. Толкали, били, да, это все заснято. Доставали оружие, оголял оружие. Потом мы, когда уже подъехали, просили. Товарищ инспектор, предъявите, пожалуйста, вот человеку протокол согласно 268 статьи КОАП, он имеет право ознакомиться с материалами дела. Он отказался. Не протокол был составлен? Ребята, мы не знаем. Я у него просил раз. Не, вы слушайте дальше. Сейчас все будет. Уже 3 часа. Он говорит, я не буду показывать, потому что он отказался. Приехал, тут проезжал патруль полковый. Они говорят. Ну покажи ты ему ту копию, он сейчас распишется. Ну и что, что он отказался? Он имеет в любое время ознакомиться с материалами дела. Нет и все. Приехали с Оболонского, еще один экипаж. Еще раз просили, точно такой же игнор. Ну потом мы пошли на маленькую хитрость. Да, мы выключили камеры, но как бы одна осталась включена, и он как бы, думая, что камеры выключены, рассказывает, что протокола нет. Хотя он рассказывал, что протокол выписан. Еще и на знакомый. Да, он нам клялся, что водитель ознакомился. Да, вот самый главный факт. То есть но при этом он рассказывал, что он отказался от подписи. Не представился, подошел ко мне. Потом я просил документы увидеть, хотя бы представиться, фамилию сказать, не представлялся. В общем, потом, когда уже изложили. Все подъехали, снимали на видео, тогда он уже показал, говорит, я же тебе говорю, показывал. Сказал, и потом говорит, я же тебе протокол тоже показывал. Смотрите, протокол в шапке нету, там где написано, ну, его он по армуру пробивал, там отец. Нет, не написано на кого. 126-я протокол есть у него 100%. 130-я протокол есть, где написано нарушение наркотическое, 130-я, 126-я, есть свидетель. Но не написано на кого протокол, потому что пробив машину по армуру, машина принадлежит его отцу. 68-го года рождения. Там не факт, что не написано ни на кого. Ну, капитан, ну нам надо посмотрим. Определить, какие там есть протоколы. Там есть анализ, потом я буду, потому что да. У нас есть то, что у меня на видео. Данные есть на автомобиль у меня, то есть данных на человека нет. То есть у меня не закончено. Я не могу закончить. Хай Мингруппа берет список, хай вызывает. Ну, чтобы быть личные разговоры человека. Какие могут быть личные? Какие могут быть личные разговоры на службе? Мы опять с вами ругаемся. А что номер 20? Приехал с лицей пропил. Да нет, кстати, смотри. Вы 71-го, 75-го. Приехал от леса. Мы вас ждем уже 3 часа. А что случилось? Вам тяжело очень. Я вам не списал. Сейчас кому-то же самому писал. Хорошо. Ну покажите, познакомьтесь с тем протоколом водителя. Протокол не составлялся. Ну как не составлялся? Ну вы только что сказал, списать надо. Значит, он есть все-таки. Так посмотрим, он же не закончен. Давайте посмотрим, насчет чего? На 126-ю. За что был отказ, например? Если говорят, что написали отказ свидетеля. Пускай покажут, только за свитки. Только за свитки я вам показывать не буду, потому что там есть данные людей. То есть они написали покажите объяснение. Я буду прилаживать все рапорт там. Если вы, допустим, заходите, то подойдете в Оболонское ГАИ. Не Поэтому я тебе делаю устное замечание. То есть он разговаривал по-хамски, я с ним культурно говорил, но разговаривал по-хамски. К сожалению, я это не зафиксировал на видео. Приехали попросил я у них удостоверение, представиться, они представились, мне удостоверение не показали.
То есть вы відмовились, да, от прохождения? Я сказал, я могу на месте пройти. Так, а если у них прибора нет? Наказ 400, дробь 600. Так это же проблема. Пускай вызову второй автомобиль. Проблемы. Нет, тут было 8 да, автомобилей. Вони могли викликати автомобіль, який поруч знаходиться з драгером. Який автомобіль? Патрульний автомобіль, який поруч десь патрулює. Смотрите, проблема не в том, что у них нет драгера. Патруль оформляет ДТП или что там. Смотрите, наркотическая... Сами проблема водителя. У нас нет приборов. Людина, если відмовляється, то есть... Та він не відмовляється. Проходження на місці не відмовляється. Зон нарушення, потім придумали второе, а потім ще сказали, моя машина підходить під орієнтировку. Тобто вони почали викручуватися, ну, просто придумувати причину якусь. Как? Ну, сам факт можно? В этом. Человек сказал, что он не отказывается. Я спросил, у меня есть... Не на месте. Я есть сказал, приказ. Я не отказываюсь, абсолютно не отказываюсь, готов совместный. Пройти. Вы понимаете? На месте. Дальше больше интересно. У инспектора в машине сейчас лежат протоколы, где написаны свидетельства, заполненные по 126 и по 130 статье протокола, но в которых не написано ни его, но есть свидетели и их показания. Инспектор это все четко рассказал на камеру, как бы он не знал этого, но он это рассказал. Когда ему задают вопросы, а что же ты сделал, зачем ты так сделал, он мне типа... Далее спросил какие-то, я говорю, я хорошо, я готов поехать, вы объясните факты какие-то есть, то есть подозрения, почему он сказал, что я под воздействием наркотиков. Прошу, есть какие-то подозрения? Он говорит, ну, езжаем. Есть наказ 77, якому зазначено чітко, особа, яка відмовляється від проходження. Он не отказывался. Я не отказывался. Он не отказывался пройти на месте. Наказ 400. Давайте помолчим, можно я скажу, давайте таки никто не перебиває. Є спеціальний приказ совместний 400/660. Я думаю, що ви не, його не знаєте, правильно? Конечно. Там чітко написано, що свідчення на алкогольне, наркотичне і любе друге проходить на місці. Запятая. Уповноваженою особою Державтоінспекції або фельдшером. Там не перебивайте мене. Не перебивайте мене, товариш капітан. Я вам дословно запитую, розкажу цей подпункт. Проходить на місці уповноваженою особою Державтоінспекції, запитає фельдшером у сільській місцевості або представником Міністерства охорони здоров'я. Ну проходить на місці. Смисл того, що ви кажете, він за інспектора запропонував водителю проїхати на медосвідчення, а не предложив пройти на місці. Согласно Конституції. У нас ніхто не може бути зобов'язаний робити те, що не передбачено законом. Так от законом не передбачено проходження, не перебувайте, проходження на свідчення медзакладу. Проходить воно наоборот, проходить воно на місці особами, як вже я вам сказав. А якщо водій не згоден з результатом, тоді він має право вимагати у інспекторів доставки в медзаклад. І вони зобов'язані його тут доставити. А не навпаки, як вони це роблять. Якщо держава не може вас наділити патрульні автомобілі засобом, це не питання водія. Ще раз вам нагадую, згідно Конституції, ніхто з громадян не повинен виконувати те, що не передбачено законом. То, що у вас проблеми там десь, може десь, оформляють ДТП, це мене, як гражданина, не должно волновати. Понимаете? Он нарушив приказ, не предложивши пройти на місце. І навіть он не об'яснял, що у нього нету такого прибору. Он сразу йому сказав проїхать в медучреждение, що йому напрямую запрещено. Напоминаю вам, согласно Конституції, гражданам України розрішається робити все, що не запрещено законом. Тепер можна? Може. Тобто, якщо вже протокол складений, да, людина вважає себе тверезою. Коли зупиняють? 12 часов. Ну, людина вважає себе тверезою. Наркотичний. Ми просили його, ми приїхали 10 чоловік. Просимо у інспектора, покажіть нам протокол. И время заполнения. Да, и мы хотим подивиться время и поехали. Забовязанный был инспектор на даты копии. Еще один момент по 400/666 приказу.
Не может инспектор просто так остановить любого водителя и сказать, так, все, едем на медосвидетельство. Правильно или нет? Для этого нужны быть ознаки спьянения. Ну правильно. Так он говорит, ты, короче, там что-то проехал, все, короче, едем на... Он должен составить протокол направлення на освидетельствование, де указати, які у нього ознаки. Первинні ознаки. Алкогольного або наркотичного сп'яніння? Ні. Нет. Первинні? Ознаки. Основанням для направлення чоловіка на освидетельствование являються первичні ознаки сп'яніння. Наркотичного або алкогольного? Там все написано. Є первичні ознаки алкоголю. І де мені їх должны зазначати? На місці. Якщо ви кажете. То ви не знаєте, а чого ви приїхали тоді сюди? Він пише, що керував таким-то, таким-то з ознаками алкогольного сп'яніння. А саме? А саме? Те-то. Почервоніння глаз, невнятна поведінка. І тільки це основання є для направлення. Так буде заключення лікаря. Блядь. То ми лікаря чекаємо вже 2 години. Заключення лікаря буде. Або він був в стані сп'яніння, або не був. По ці ознаки підтвердили, чи не підтвердили? Освідетельство. Надо, щоб були ознаки. Розумію. Не можу я їхати без ознак, спішивши. Не має він права мене направляти, якщо в мене ознак немає. Ви согласні з цим або ні? Чисто чи можна у всіх, так, кого хочеш остановити? Давайте по протоколу. Да. Давайте по протоколу. Так, давайте візьмемо протокол і подивимося, які були підстави. Давайте протокол. В протоколі повинно бути зазначено. Товариш капітан, давайте протокол. Он там, блядь, давайте глянемо протокол. Я вам не рекомендую защищати його. Почекайте, можна на відеокамерах він наговорив мінімум на увольнення. Інтереси. Ви зам відповідальний по городу сьогодні, так? Да? Так. Все, давайте ми підходимо разом з помічником. Ми вам поможемо, може ви нам чимось поможете. І все, я не думаю, що ви повинні зараз з ним говорити без общественності. То є протокол водителю. Що там щось написано, він... Хлопці, там понятий записано. Покажіть, я не буду, поки там понятий, є дані понятих, не можна показати. Ти покажи начальству. Дані понятих, дані понятих я не можу показувати, согласно Конституції. Прикройте. Не буду я відмовитися, понятий уєшли. Не пишуть, що протокола йому ніхто не дасть, так як він відмовився від... Як він не дасть, як він. Согласно 268-му. Слухайте. Трошки далі, я чую. Слухайте. Почув, да? Протокол не складався. Його немає. Мабуть, підіть. Його немає. Є відео. 20 разів. І в нас 4 камери є. Да. Покажіть вам відео. Конечно, водитель ознакомлен. Я не можу дані його написати далі. Так ви ж потім говорили, що його нету, що ви не виписували. На відео теж є. Як мені його виписати до кінця, якщо нету даних чоловіка? Є заповнено, да. А дані, є свідчення. Ми хочемо подивитися, що є. Ви сказали, що ви ознакомили водителя. Давайте прикриємо персональні дані. Вказівку, нехай покаже протокол. Я показувати його не буду, тому що там понятий. Да прикройте. Не хочеш. Будеш тут говорити. Хто ти такий вообще? Ми будемо. Якщо це буде захищати, то ви якби подаєте на сторону. І пойдете по чому ж сказав, що протоколу немає. Я вам зараз покажу відео, де він каже 20 разів, що я цей протокол показав водителю. Водитель каже, він його не показував. Я вам його показував. Ось тут він каже, що протокола цього немає. Можна зараз цей протокол, якщо він складений, покласти водію. Він є особа, яка притягається до адмінвідповідальності, правильно? Він може зайомитися, він може ознайомитися з матеріалами справи. Підписи я не відказував, я відказував, що з'їхати. В любе время. Підписи я сказав, я підпишу, здавайте мені протокол. 268 стаття кодексу. На будь-якому етапі розгляду справи особа, яка притягається до відповідальності. Ні, а що ти робиш? Протокол, давайте протокол. Ваш капітан, не робіть це. Я складав його. Ну так скажіть, давайте. Це ж вас по червону, ви шо? Наш помощник відповідальний, якщо він такий самий... Є інспектор, який виконує свої функціональні обов'язки. Водій, може заявити протокол? Він підчиняється вам на свідчення ваше, покажіть, будь ласка. Де написано... Ми вже сумніваємося, що ви капітан. Де написано, що якщо водій відмовився від підпису протоколу, то йому не треба його показувати. Де таке написано? Читай хто. Товариш капітан, а ви що думаєте? Там нічого не видно, підсвітлюйте. Сменіченко чи хто?
Ну покажи, я не прочитаю его на видео снимать. Под видео никто не будет. Фонариком подсветил. Я показал Синюченко, правильно? Дайте ознайомитися. Управління ГАІ Синюченко. Давайте ми попис протоколом. Дайте ознайомитися з посвідченням. Заберіть камеру. Заберіть камеру. Заберемо. Фонарик. Давай. Я руки візьму. Я включу. Включи фонарик. Ми просвітимо. Камеру включіть, будь ласка, пацани. Подивимося. Синюченко Віктор Вікторович, дощ на строку. Прибувальний посадник. Ну, Кастер, 2016. Сейчас я его снимаю. Пусть придут в ГАИ. Да не будем мы снимать. Нету познаем. Вот, водитель, мы не будем. На водителя нету. Я не могу установить фон. То есть в протоколе нету данных водителя. Мы хотим, ну, то есть начатый написанный, то есть, но нету данных. Водитель хочет побачить свой протокол. Начатый написанный. Он сейчас предоставит данные. Ну как ему показать, если у него нету данных? Кому как ему сейчас предоставит данные, он напишет. Давайте протокол. Он еще предоставит данные. Вы же его обвиняете. Подождите, вы его обвиняете в правонарушении или кого? Или меня? Или меня? Ну давайте ему покажите. Видите, пожалуйста. Он сейчас требует. И он сейчас показывает данные, выписывает туда. Есть... Да, давайте. Это протокол. Все, пусть показывает. Сейчас. С любым материалом справы. Ознакомился, но протокол не закончен для того, чтобы... Мне никто не показывал. Показывали мне? Показывал. Протокол мне показывали? Где? Конечно. Мне надо ваши данные были, которые вы не показали. Не врите, пожалуйста, не врите. Я уже не хочу с вами общаться. Да мы хотим, блядь, ёпана мать, мы хотим. Мы не к тебе домой пришли. Инспектор, ты находишься в своем общении. Тихо. Товарищ капитан, это нормально вообще, то, что говорит, или нет? Почему я не обликовал? Как мне пробить человека реально? Куда пробить? Куда пробивать? Что вы говорите? Кого куда пробивать? Тебя пробить. Переверить. Как тебя пробить? Так пробить нормально? Что это за разговор? Который не закончен. Я не буду вам показывать, каком основании я должен. Причем здесь водитель? Основание 268 статья Кодекса про администрацию. Водителя не закончен админпротокол. При чем здесь закончен? Тут не написано. Вы что шутите или что? Читайте. 268 особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися до адмінвідповідальності. А що ви робите? Якщо протокол не закінчений, то не судебне право з ним ознайомитися. При чому тут? Коли він буде його закінчувати? На вас складав. Може. Хорошо, ви зараз нічого не можете зробити, повлияти на ход событий, так? Так а що там, якщо немає? Я вас запитав, ми хочемо подивитися цей протокол, водій хоче подивитися. Може там на батька вже складений, чи на кого? Секретна інформація якась. Я маю прийти документи йому? Так. На якому основанні? Ще один. То есть в міліції є таке право, зупини і провірив документи, так? Це входить функціональний вопрос. Ні. Міліція має право перевіряти документи при підозрі в правопорушенні. Не перебивайте мене, товариш капітан. Я вам не советую цього робити. Це не слідчо оперативно. Перевіряти документи міліція має право при підозрі в правонарушенні. А согласно Конституції підозрювати без основательно не має право. Капітан виникає з ними. Ще раз повторяю, в законі про міліцію написано, що перевіряти документи міліція має право виключно при підозрі в правопорушенні. А согласно Конституции, подозревать без оснований не имеет права. Потому нету оснований, не имеет права требовать. А потом уже идет правило дорожного движения. И ключевым словом в пункте 2.4 есть на вымогу инспектора. На вымогу. А вымогать согласно закону о милиции при подозрении. А подозревать согласно Конституции при основании. Вот. И согласно той же Конституции, гражданин Украины не обязан делать то, что не предусмотрено законом. Понимаете? И Конституция у нас имеет главенство права. Инспектор, вас попросит. Товарищ капитан, вы скажите, да. Там уже написано уже на власника автомобиля. Він нападав на співробітників, говорю, на співробітників, на журналістів нападав, оскорбляв. Подождите, от ви скажіть, може на власника автомобіля вже составили протокол, хай він покаже, що там написано, вам покаже для початку. Каже, що не складено. Не складено. То він же каже, що він знайомий, вже каже, що складено. Ви що? Ну ви, візьміть ви, подивіться, товариш капітан, хоча б для початку. Дивіться ви. Ви скажете, що складено, там не складено. Може там написано. Зверху є номер, Смотрите. Він ваш підлеглий, ви зобов'язані надати йому вказівку.
Олег. Я не зобов'язаний. Олег. Не зобов'язаний? Це, чого ви сюди приїхали взагалі? Олег. Чого ти приїхав сюди? Олег. Подожди, Олег. Зви начальника тоді слово. Це ви мені приказуєте, щоб я сказав йому. Да, я громадянин. Я громадянин. Товариш капітан, показуємо до да. Да, показывай. Чтобы вы сделали то, что маете. Товарищ капитан говорит все ну, противоположно вам. Кому нам верить? Например. Тут два капитана. Что, например? Что кажешь? Ти що, дурачка теж починаєш будеш ліпити? Те, що кажете ви, тільки наоборот він каже, що повинен дати копію протоколу. Я не знаю, ви хочете слідчу оперативну групу? О, та слідчу оперативну групу вже забуваєшся. Телефонуй, ну та що, ти можеш підігнати? Слідчу оперативна група. Ви з ним не родичі, ні? При чому тут ми напишемо, но ви обв'язані, так як ви, відповідальний, ви обв'язані повлияти на нього. Ми хочемо подивитися. Ну він же начався. Я можу показати, що вони яких підстав водій хоче ознайомитися із своїм протоколом, хоче ознайомитися згідно закону. 268. Та нет протокола, блядь, его никто не составлял, Олег. Да вон же есть видео, что его составляли. Есть. А как капитан Леонид Арбатова сейчас? Есть. Я не знаю зачем и кто вас так сюда прислал. Так, как сказали мне. Лежи, що приїхав. Ну візьміть ви хоча знайомтесь для початку. Робіть що-небудь, не спіть. Групу та будемо дивитися. Ви не хочете спілкуватися, ви можете уїжджати. Мені здається, що в цю капітальну подільне посвідчення надає перевірити. Хай ще капітальна група перевірить. А ми завтра. Товариш капітан, ви свободні, ви можете уїжджати. Але він приїхав поспілкуватися, він нам не нужен. Та, звісно, він не нужен. Зараз я не письмову з'явлю, зараз через лаб зайду. Товариш капітан. Чи вийде, кандидатура через 5-2. Товариш капітан, ви свободні, ви можете їхати. Надо. Ну візьміть ознайомтесь, хтось із вас для початку. Я вже людям пояснив. Ну, я... Адмін протокол ще раз вам. Є на відео, що його составляли. В протоколі внесено, не світіть. О, я в протоколі внесені тільки дані понятих. Хорошо, на водія, що протокол чистий? Да. Що протокол чистий, що даних водія немає? Да. Да. Що взагалі нема ніякого? Не власник автомобіля. І там він не один протокол був, два було вроді би. Не один.